Привет, друзья, коллеги, девчонки, пчелки. На пасеке с внучкой приехал. Ребенок радуется. Опять зима у нас. В течение полутора суток погода меняется до неузнаваемости. Я не мог не поделиться с вами вот той красотой, которую вы сейчас видите на экране. У нас в нашем регионе, редко такое увидишь, сказку такую, когда все деревья в снегу, так вот бы еще на Новый год, вот такая красота задержалась, осталась, вот. А внучка бегает сейчас по пасеке, радуется такому обильному снегу, такому прекрасному дню. А я приехал заодно прогулять внучку и заглянуть в тот отводок, где я прошлое видео показывал, что я решил их объединить до кучки, два отводочка, вот, потому что вот после тех морозов, когда было минус 17, минус 18, а они не сели возле перегородки, а самостоятельно сели, там буквально по две улочки, пчелы немного. И один отводок в одной половинке, даже пропоносился. То есть потребление кормов сильно было большое, и даже не знаю, как они дальше будут зимовать. Поэтому я решил перегородку убрать. Видели. А кто не видел, я выложу видео, можете посмотреть. При объединении там никаких сложностей нету, как обычно. Что летом, что осенью, что зимой эту операцию можно выполнять. Но там две матки. Вот. И я с двумя матками вот это все до кучи соединил. Драки не было, вот тогда, когда я объединял. Сейчас просто хочу глянуть, как они сидят. Сейчас погода такая, температура, около нуля где-то. Ночью было минус 3. Вот, поэтому минусовая температура заставила их все-таки греть друг друга. Никуда не денешься, зима. Поэтому давайте вместе и посмотрим. Снега, конечно, навалило много. Снег шел обильный такой. Прямо погода. Зима к нам пришла. Хотя это опять ненадолго, потому что обещают через несколько дней опять дожди. Так. В клуб они не собрались. Но сидят. Что будет, то и будет. Уже и та пчела, которая, ох ты, я не переоделся от этого. Та пчела, которая вылетает, вот уже он испражняется, так что тут понос капитальный. Все, на нем, я думаю, наверное, крест можно поставить уже. Пчеловодство у нас отрасль такая рискованная, поэтому никогда гладко все не происходит, но рано. Я не думал даже, что у меня появится вот такой отводок, который все остальные мы просмотрели.
сидят хорошо, а вот этот вот не выдержал. Но если бы они вот собрались через перегородку, то я думаю, что ничего этого не было. Было все отлично. А так все-таки две улочки жменька пчел, ну, морозы вот эти вот на них повлияли отрицательно. И вот это вот и пошел понос. Праздничного вам, друзья, настроения, здоровья крепкого, благополучия вам и вашим близким, в семьях любви, взаимопонимания. С наступающими новогодними праздниками. До новых встреч. Пока.